Здравствуйте, меня зовут Александр. Сейчас мы находимся на крыше торгового центра, у которого ограждения выполнены из стекла триплекс. Но со временем несколько стекол пережаты были, либо еще что-то. У них появились трещины. Одно стекло вот, два стекла вообще разбиты были. Сейчас будем монтировать. Вот. Ставится новое стекло. Крепится на специальные винты через уплотнитель, резиновую прокладку, так скажем. Так, вот заканчиваем. Последний фиксатор закручиваем. Установили мы три стекла триплекс.